Новая газовая труба, уже прозванная местными жителями Гастагаевским южным потоком, пролегает по обе стороны от жилых домов. Каждому дому своя отдельная подача. Проект включает в себя газификацию улиц Советской, Восточной, Пирогова, Трудящихся, Садовой и переулка Рыбачий. Работы должны быть завершены строительно-монтажной до конца этого года. Дальше мы начнем вводить объект в эксплуатацию, оформлять его в муниципальную собственность и потом передавать Горгазу. Газифицироваться смогут после его реализации более 150 домовладений. Пенсионерка Лидия Демченко – одна из жительниц домов переулка Рыбачий. Она по-прежнему растапливает печь дровами. Строительство нового газопровода она одобряет. А то, мол, все по старинке. И печку топит дровами, и воду греет вручную. Дровами вот открываем, тут поддувальник, вот. Воду ж провела я уже, вода есть у меня, сетевая. Вот, стиралка уже такая, что сама стирает. У меня есть от газового баллона вектор. Ну, греешь. Греет, горячая, холодная вода в кране. Общая протяженность новых линий более 6 километров. По замыслу авторов проекта, персональная подача к каждому дому позволит существенно снизить материальные затраты местных жителей. Им останется только наладить подачу газа у себя на участке.